Всем привет! Мы находимся в Подмосковье. Сегодня воскресенье, хорошая погода. И вот мы с семьей пришли отдохнуть в лес. И вот теперь я вам хочу показать. Посмотрите, как мы, сильная нация, умная нация, русский народ, посмотрите, как мы бережно относимся к своей земле, своему уголочку, там, где мы живем. Вот так вот мы и все отдыхаем. И это не только здесь. Это не только здесь, это везде, в какой бы лес ни пришел. Я уверена, что это в любом городе или в пригороде. Вот посмотрите, кто это будет убирать, кто это будет очищать. Это будет лежать годами, гнить и вонять. Но мы кричим, мы хлопаем себя кулаком в грудь, и мы кричим, что мы сильная нация. Мы стараемся быть на высоте. Но по большому счету, я хочу сказать, что мы засранцы еще те. Потому что мы где жрем, там все... И засираем. Извините, пожалуйста, за такое выражение, но вот я вам сейчас просто показываю. Это я только сняла маленькую часть этого видео, потому что это находится везде. И в других местах мы были, происходит то же самое. Вот посмотрите, вот место отдыха, куда можно прийти. Вот смотрите, пожалуйста, ребят. Вот так вот мы отдыхаем. Если есть какие-то вопросы или какие-то у кого-то соображения на эту тему, пожалуйста, давайте, пишите. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, и мы это обсудим. Но это просто невозможно. Проще говоря, я даже скажу, это пипец. Русский народ.